очень понравился. Он был на высоком профессиональном уровне. Я сравниваю наши концерты, которые мы даем «Кобиш Дорожников» от академического хора ветеранов имени Павлова, где я принимаю активное участие и пою эти же песни, которые пел сейчас этот хор. Поэтому много очень полезных вещей я выяснил, как нужно петь, где нужно остановиться, где нужно протянуть песни. Потому что эти песни нам знакомы, и я с удовольствием говорю им всем спасибо. Благодарю вас.